И всем привет, мне Александр Сучков. И сегодня я играю в Counter-Strike Global Offensive закрытыми глазами, ну точнее как? Завязанными, в общем, глазами, да, вот так. В общем, для этого нам понадобится шарф черного цвета и сама КС-очка в ноутбуке. В общем, сегодня мы будем пытаться играть в Counter-Strike Global Offensive на сервере просто с завязанными глазами. Через эту штуку реально ничего не видно. И как я вообще это сейчас буду делать, я правда не знаю. Давайте сейчас попробуем. Такой вот шарф. Знаете, что все придумано. Так. Сейчас завяжу, ребят. Так, завязываю, поправляю немного вот тут. Так. И вот так. Чтобы было нормально, еще раз чуть-чуть завязываю, чтобы посильнее немного было. Так, и видим то, что у меня теперь полностью закрыты глаза. То есть я через них нифига не вижу. И я даже, наверное, изменю сейчас не выйду. Да. Видать, я даже изменю не выйду. В общем, что я сейчас делать буду, я даже не знаю. Потому что я ни хрена не вижу, и давайте поиграем теперь в Counter-Strike Global Offensive. Еще раз говорю, то, что я нифига не вижу через этот шар. Ничего. Понятно? Сейчас это уберу. Погнали. Так. Нам нужно выйти из меню. Так, где она? Так. Погнали. Играть. Ну, я, видите, я бегу или не бегу, я хрен знаю, я нифига не вижу здесь. То, что в данный момент происходит. Так. Но я даже на экран могу не смотреть. Потому что я не знаю, что там происходит просто. Так. Давай. Стреляй. Просто, я не знаю, я вот по звуку иду, наверное. Потому что по-другому это объяснить нельзя. Офигеть. Так. Проходим. Я вообще, если честно, я не знаю, куда я сейчас буду. Вообще, как я играю или я так и сижу в меню, я этого не знаю. Но у меня стоит веб-камера. То есть там. Хотя даже не знаю, куда показывать. И там. В общем, да. Вот так вот. И все. Так. Давай же. Так. Попробую сейчас кого-то убить. То есть это первое видео на Ютубе, чтобы человек, профессиональный игрок Counter-Strike Global Offensive, играл с завязанными глазами. И нифига не видел. И еще кого-то пытался убить. Хотя я ни хрена не понимаю, кого сейчас стрелять. Офигеть. Где я вообще сейчас нахожусь? Так. Это что-то реально новое, ребят. Потому что я никогда не играл в Counter-Strike Global Offensive. Вообще, в Counter-Strike я не играл никогда. С, в общем, завязанными глазами. Я считаю, это нереально, так что это невозможно так играть. Это просто невозможно. Да. Вот и все. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, и я сейчас сниму, посмотрю, что у меня там произошло. Так, офигеть, как все изменилось здесь. Да. Нифига не изменилось, в общем. Так.
Ладно. В общем, что я могу вам сказать? Да нифига уже. В общем, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеозаписях на моем канале. В общем, я вам все сказал. Это был у нас такой, считайте, эксперимент маленький. Возможно ли человеку играть в Counter-Strike Global Offensive с закрытыми глазами? Ну, не с закрытыми глазами, а с завязанными глазами шарфом. Это невозможно, ну просто. Так, ну все. Всем удачи и всем пока.